Бомба взорвана. Мы проиграли раунд. Действительно красивая карта. Не знаю, почему она не стала популярной. Защитите стратегические объекты. Пусть переулки. Раунд начался. Не знаю, тут баланс для всех классов, для снайпера того же. Может быть, поэтому не любит, потому что снайпер особо не любит на этих картах. Так, поехали. Идем на риску защиты. Ну, допустим, чтобы не терять время, мы идем на двойку, да? Самое умное будет поставить мину вот сюда, потому что если вас будет обходить, ну, вы особо не сможете заметить. Вот, и максимально быстро перейти за кусты. То есть за этими кустами, можно сказать, вы неуязвимы. То есть тут будет кто-то двери заходить, кто-нибудь вот с того будет заходить от сами, и тут вы будете просто доминировать. Достаточно не больше минуты, даже 30 секунд, чтобы похолодить и чтобы сыскать свой профит. Вот. Можно попробовать перепрыгнуть на вот эти вот штуки, то есть отсюда, да, вот видно весь мой двор. Отсюда можно подамажить кому-нибудь, вот сейчас, например, подамажу, и это тоже точка очень классная, что проглядывается, не то что тут не все равно. Вот, собственно, все. Ну как вы там дальше переходите сюда, инженер, не, хотя инженер будет, например, да, вот там или кто-нибудь вас ждать, вы будете на шаг впереди, если обойдете, вот здесь. Мало кто знает, что можно перепрыгивать, вы его перепрыгнули, убили спину. Все, профит. Дошли на двойку, это, сразу говорю, не ставит вставать в этой нычке, потому что она уже используется очень многими, и ее в первую очередь проверяем. Я бы встал вот, допустим, вот здесь. Позиция такая более-менее палевная, но она самая умная, потому что ее редко кто проверяет. Та же самая позиция вот тут. Тоже еще реже проверяется, чем вот это. То есть это самые такие уязвимые места при перетяге. Вот. Ну, в общем, я показал вам заход на двоечку. Что мы можем еще показать? Ну, при защите, ну, там, вы атаковали двойку, да, поставили бомбу. Если не решили идти туда, то есть там ваши тиммейты уже пошли. Самое умное это будет встать под вот этим, под вторым этажом, назовем его так. Вот, потому что кто будет вылезать, он будет вам полностью телом, то есть он не сможет смотреть вам вот так вот с этого места, и вы будете доминировать на этой точке. То есть это тоже очень умно. И вообще. Вот. Если тоже там тиммейт встал сюда, другой внутрь нычку, тиммейт, вы вообще контролируете двойку, вам можно отойти даже на спину. Тут та же самая история, вы стоите за клумбами и просто принимаете раш. У вас тут тоже гигантское преимущество в виде защиты, стоп, и вообще очень классно. Вот, ну, можно попробовать вот здесь стать, но это очень рискованно. Вот. Всем спасибо за внимание, с вами был Плеер. Комментируйте, скажите, что не так, что можно добавить. Ваша критика, комментарии очень важны для меня. То есть, чтобы корректировать мою работу и, в общем, до новых встреч.